«Приглашение к любви». В спектакле участвуют Мортон Хедли в роли Чета, Селина Свифт в роли Эмеральд, Эван Сейнт Винсент в роли Джерри Ланкастера и Джейсон Дембо в роли Монтаны. Дорогие мои дочери Джейд и Эмеральд, ввиду финансовых затруднений я решил сегодня ночью покончить счеты с жизнью. Надеюсь, вы найдете в себе силы жить без меня. Ваш любящий отец Джеред. Приглашение к любви. Борись со своими чувствами, Чет, ты же знаешь, мы любим друг друга. И всегда будем любить. Ради бога, Эмеральд, я теперь женат на твоей сестре. Это грех. Ты ведь всегда говорил, что не можешь различить нас. Доброе утро, Люси, что происходит? Благодаря Джей, Джеред отказался от мысли покончить с собой и изменил завещание в ее пользу, оставив ей Тауэр. Но Эмеральд пытается соблазнить Чета, чтобы забрать и уничтожить новое завещание. А Монтана собирается убить Джереда, когда Тауэр будет принадлежать Эмеральд и Монтане. Но я думаю, что его одурачат, ведь он ни о чем не догадывается, бедняжка Чет. Что здесь происходит? А агент Купер разговаривает с доктором Джекоби в зале заседаний. Спасибо. Я не шучу, Монтана. Покажи им, Чет. Проучи их всех. Не стоит забывать старых друзей. Забылое.